Всем здорово, ребят. Ну что, вы готовы к, ну, как сказать, к пиздецу обновления? Потому что, судя по тому, что я уже прочитал предварительно, это просто полная жесть. Поехали на Тайвань. Сегодня на Тайване обновление. Помимо двух героев, которые один из них по-любому будет, скорее всего, призрак донатным, лиса бездонатная, у нас будет еще кое-что. Я сейчас зайду на тайванский форум. Давайте я открою здесь. Мы сейчас с вами зайдем отдельно на тайванский форум через Google. Я открою экран. И мы с вами повеселимся, потрешуем. Я даже не знаю, как это назвать. Вы напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу, потому что это полный пиздец. Некоторые есть моменты, которые просто трэшовые. В общем, поехали. Обновление 7.1.7.9. 1.7.9.0.1. Игра будет отключена. 800 самоцветов. Итак. Дух Мороза, ну, новый морозный признак, -то, призрак или как новый герой. Герой действительно охрененный. В плане чего? Описание призывает заморозку по любой зоне на поле, вызывая атаку на юнитов, понижая, замораживая причем. Понижая отхил, ну, то есть, по сути, это новый охрененный герой, который будет бить зонально, понижать отхил, типа наподобие, я так понял, что-то космо, увеличивать уклонение, ну, то есть, круто все, по идее, должно быть круто. Самое дальше, перезарядка X секунд, герой невосприимчивы заморозке, окаменению, обездвиживанию, тишине, то есть молчанию, снижению энергии и катастрофическим условиям, а весь урон, урон героя игнорируется скрытым статусом. Ну, я даже не знаю, что это такое будет, но это просто, по идее, будет мега-вау-герой, возможно, у него будет мало жизни. Вот это непонятно, но я думаю, в принципе, это не особо нас будет удивлять. В общем, посмотрим. Итак, второй. Ледяная лиса. Она дает союзным героям с наименьшим количеством здоровья уменьшение входящего урона. То есть она, по сути, накидывает щит на уменьшение урона, рассеивает его эффект тишины, выпускает определенный навык. Посмотрим. Наносит базовый урон от атаки героя ближайшим вражеским юнитам. Каждую секунду заставляет цель получать дополнительно урон. Каждый раз, когда этот навык атакован, урон увеличивается. То есть у нее, я так понял, будут накидки по урону. Ну, в принципе, такое. У героя шанс. Случайно вражеские герои и окружающие герои получили дополнительного урона. То есть это чисто такой хороший, я так понял, дамагер будет на несколько целей. Но здесь нету, как видите, иммунитетов. А здесь иммунитетов просто валом. Молчанка, энергия, бедствия, иллюзорные атаки. Ну, короче, обездвиживание, молчание. Этот герой реально будет призрак очень крутым. Не знаю, вот честно скажу, это просто писец. Ну ладно, это не самое главное, о чем я говорил. Читаем дальше. Самое основное. Новый талант. Преданный навык веры. И честно скажу, я понимаю, что это, возможно, будет полный пиздец. А почему? Почитайте внимательно умение. При атаке наносит
обычный атак реального урона текущей цели. Время восстановления. То есть он бьет с кулдауном, хотя он бьет с кулдауном, но он наносит чистый урон. То есть, по сути, это Зефир и либо Дуэлянт. Вы знаете прекрасно, что мы против Зефира все с вами использовали огненку, чтобы он не так дамажил и сносил. А теперь в этого падлы можно, ну, вот это вот талант можно поставить любому дамагеру. Можно поставить Фрея, можно поставить Огнику, можно поставить Зефиру. Опять же, ну, Зефиру бессмысленно, у него и так чистая атака, но... А здесь будет, блядь, для любого героя, на Бугимена, то есть, ну, хоть и есть кулдаун, непонятно, какой там будет кулдаун, но все реально, блин, блокировки, они действовать не будут, то есть это будет чистый урон. По сути, у вас вместо одного Зефира теперь может быть на поле боя там 6 или 9, в зависимости от локации. И это полный пиздец. Но это еще не все в этом таланте. Самое основное, при атаке весь входящий урон превращается в лечение. То есть, по сути, это навык оккультиста, там, либо барда, который входящий урон превращает в хил. Вуаля. Новый талант, который, по сути, скорее всего, у нас похерит полностью все наши прокачки с огненками на всех героях. Ну, практически на всех, потому что, я думаю, это именно так и будет. Даже вопрос, знаете, он будет обходить огненку, ну, тьфу ты, блин, что я вообще рассказываю? Причем тут огненка? Он будет обходить ОЗ-шки. Огненно... Ой, тут, блядь, какой нахрен ОЗ-шки? Короче, вы поняли, он будет обходить СО. Я себе заговорился, задумался. Ну, по сути, ОЗА уже спасать даже не будет. Если у нас был один герой, теперь у нас будет их больше. То есть, по сути, можно просто весь деф нахрен хоронить. Ну, ОЗ, как бы, вариант, он так и останется, но сама суть. Герои вас атакуют, и весь входящий урон превращают в отхил. Я вот даже задумался, что же лучше. Дефный вариант теперь, либо атакующий, потому что весь, все в отхил. Ну, единственное, что блокировка там не будет давать для домогания, но все ваши теперь герои, которые были собраны с СО, они еще более не актуальны. Весь деф героев, которые у вас есть, еще более неактуально. То есть мы просто вот данным талантом, возможно, похороним полностью весь деф игры. IGG, красавчики, молодцы. Вот вы делаете оптимизацию, кричите, что вы слушаете игроков, и вы добавляете новый талант, который, по сути, полностью убивает, опять же, геймплей с того, что мы, к чему мы пришли. Потому что многие качают именно деф, исходя из того, что просто дамага у некоторых героев немерено и вариант, и тут вы добавляете еще один атакующий талант, который дает отхил и дает чистый урон, и это просто, ну, я не знаю, возможно, реализация этого таланта будет совсем другая, возможно, он там будет частично наносить какой-то урон определенный, там небольшие будут параметры, но все равно это чистый урон. То есть это надо понимать, это не то, что обычный урон, от которого можно обезопаситься. То есть они, в принципе, сделали одну интересную вещь и нормальную вещь, что теперь можно будет хоть как-то обходить некоторые моменты и нюансы с героями, которых невозможно убить, очень сложно убить. Но, блин, камон, блин, опять мы приходим к тому же самому. Мы получаем новый талант, который, возможно, рушит полностью все в игре, что мы делали до этого. Все прокачки, люди нормально туда повлаживались, опять придется перекачивать. В общем, ждем, не знаю, но по сути это пиздец. Супер питомец новый, ну как же без этого, каждую обнову теперь два героя и один супер пэт, ну это же IDG, чему тут удивляться, ледяной дракон и мутант, ледяной дракон, навык ледяной дракон, имя навык всплеск холодного прилива, описание наносит урон
от основной атаки питомца вражеским летающим юнитом каждые секунды забораживает. Ну, юнитом или героем, вот это будет интересно. Это именно против летающих, это интересно. Пока существует ледяной дракон, он отбрасывает ближайших союзных героев. Урона, получаемого каждую секунду. То есть, дефный вариант, насколько я понял. Интересная тема. Очень даже интересная тема. Блин, ну, с талантом это, конечно, просто жесть. Холодный дух ночи, дух огня. Доминирование ледяного кристалла личи. То есть, добавлены два скина, я насколько понял. Активность защиты героя. То есть, что-то непонятное, что это такое. Какая-то хрень. Оптимизация ЗБ, ой, запределье, теперь будет оптимизация в уровнях, поменены награды пикового уровня, ну это интересно. Корректировка пробного вознаграждения, у нас будет теперь улучшенные награды на, наконец-то, девятого таланта. Странно, что-то он не падал мне там сколько год или сколько, и сейчас он должен сыпать. Ну посмотрим, может в принципе будет что-то интересное. Ну и дальше там уже улучшение, новый фон должен быть и прочее. Ну в общем вот так вот, ребята, вот что вы за это скажете, пишите в комменты. Но вот этот вот талант меня, наверное, больше бесит, чем новый неубиваемый по сути герой с иммунитетами и хренью всякой, нежели вот, ну, я не знаю. Просто это просто трэш. О чем они думают, непонятно. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите видосы сегодня. Всем удачи, всем пока.